Казимир IV Ягеллончик, Сигизмунд III Ваза, Станислав Август Понятовский. Имена этих известных политических деятелей бесспорно знакомы многим. Каждый из них внес свой вклад в развитие Польши и Беларуси и тем самым остался на страницах летописи как важная персона. Это своего рода островок общей истории двух народов, вспомнить о котором предложили три брестских художника – Николай Грущенков, Тигран Джавадян и Анжелика Вакулич. Проект удалось реализовать при поддержке Брестского райисполкома и Генерального консульства Республики Польша в городе Бресте. Это для нас великая честь взять участие в таком же проекте. Это не только проект, важно тоже то, что, где она, чего он касается. Для чего этот проект? Для двора Немцевича и для нас это место феноменальное. Для самой персоны Немцевича, для его фамилии. Почему портреты политических деятелей Речи Посполитой и почему именно в усадьбе Немцевичей? Ответ кроется в сохранившихся легендах и документах. В свое время род Немцевичей владел подобной коллекцией. Однако в военное время она была утрачена. Восстановить образы и вернуть их в усадьбу – это то, что должны были сделать благодарные потомки во имя общей исторической памяти. Да, это было непросто, ведь реальных образов правителей практически не сохранилось. Художники проделали большую работу, чтобы сегодня гости вернисажа смогли любоваться такой красотой, сделанной с высоким профессионализмом и любовью. Благодаря такой работе мы сохранили историю, а это очень важно. Собственно, эта выставка это своего рода маленький вклад, маленькое зернышко, причем оно хоть и маленькое, но оно золотое, да, в истории нашего Бреста. Брест, он уникален, и чем больше его изучаешь, тем больше в него влюбляешься, потому что, когда мы смотрим Брест, он вроде бы небольшой, а когда изучаешь историю, здесь оказывается 15 королей, великие князья управляли нашим городом, и сейчас Брест меняется и продолжает меняться, и это здорово. Видно профессиональные работы, поэтому хочется смотреть, чему-то учиться еще. Потому что я не портретист, и можно сказать, можно пробовать дерзать тоже. Теперь портреты получили официальную прописку в усадьбе Немцевичей и пополнили коллекцию уникальных антикварных предметов. Поэтому у брещан и гостей города появилось больше поводов, чтобы в очередной раз заглянуть в это удивительное место.